Всем привет! И снова башенки. Башенки врагам нашим по голове надо башенки. Пойдет, в принципе, нормально. В принципе, получилось, да? Так, башенки, герой. Герой ты, да. Ты герой, ты башенки. Башенки зарандомим опять. Эту берем, понятное дело. Потому что она новая, потому что она непонятная, она неизвестная. А 4 башни зарандомим. Да, зарандомим. Да, по-любому. Да, сейчас, короче, крутые башни выпадут, я быстро пройду. Прошлый раз... Выпали довольно-таки нормальные, как оказалось, башни. А говорят, короче, тут это, ребаланс произошел. И теперь кристалл это не топ. Ну, тем не менее, всего 20, да, башен? Да, вроде 20 всего. Давай, генерируй. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. А, все правильно. О, говорят, этих бафнули. Ха-ха-ха-ха. Expand your senses. Как тебе такое, Илон Маск? Уже как бы чувствую, что сегодня прохожу точно. Что дальше, давайте. 2. А, орки. Да орки всегда в тему. Да блин, что так неудобно сижу. Орки-то реально всегда. Тем, кстати, заметили колпак? Колпак, да. Колпак есть. Ну давайте, орки. Но орки молодцы, орки хороши на самом деле, так если подумать. Орки-то, они такие стандартные, хорошие орки. Хорошие парни эти ваши орки. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да ладно! Нихера себе! Нихера себе! Прям, ну... Да, сейчас, короче, сколько вот? Это 8? 9, да? Это надо 7 сейчас выпало, и все, как бы. И можно просто даже не проходить. Просто где-нибудь найти кнопку, прошел, нажать, и все. Давайте. Сейчас давайте, смотрите, 7. 5. Ну ладно, не 7. Ну вы, правда, не видите, надо... Вы, типа, можете мне не верить. 1, 2, 3, 4, 5. Ну я не вру. Что, я врушка, что ли? Я никакая не врушка. Ну... Ну что... Я скажу так, это прям сильные башни. Прям все так сильно. Ничего магического, правда, нету. Вот в чем косяк. А шаулинки, они тоже физикой долбят. Да, магического нету. Ну, у нас вот это есть. Она вообще хер поймешь, чем долбит. Тут же нам не напишут, ну. Ну, ваншот есть. Тут тоже, кстати, ваншоты, если так подумать, с бензопил. Ну, а, посмотрим. Ну, не выглядит прям круто. Выглядит так. Ну, выглядит намного хуже, чем... Ой, намного лучше, чем было в прошлый раз. Ну, в прошлый раз, говорит, и зомби бафнули. Где зомби? Зомби вы где? Вон они, зомби. И кого-то еще... А, ну, только зомби сказали, что бафнули. Ну, посмотрим. Ладно. Ну, в принципе... Ну, пойдет! Ладно! Че это? Компания? Оазис Сапе? Сапе. Цик-цик, не могу сказать, что впечатлен вчерашним, вчерашней стороной, встречающей стороной. Мы вторгаемся на их родину, и это то сопротивление, которое они оказывают. Но подождите, это знаменитая Мираж? Типа босс, что ли, какой-то? Может быть, Мираж, подожди, это кто? Что-то знакомое, вы помните Мираж? Группа такая была. Генерал, будьте осторожны, она любит играть грязно. Так что остерегайтесь засад и обманчивых иллюзий. Мираж, Мираж. Была во Франтис какая-нибудь Мираж? Блин, у меня память старая уже, я все забыл. Но это точно группа. 100%. Осень, осень. Лес остыл и листья сбросил. И лихой. Точно я тебя вспомнил, детка. Вот как увидел, сразу вспомню. Это будет. Будешь, что? Ты будешь погребен, видимо. Помните, да? Вы же помните ее? Это что такое? Это что такое? Надо, кстати, зайти на предыдущую карту. Джин, ты выйдешь? Что это такое? О, коврик. О, ковря. Или как он там? Ей. Хе-хе. Коврик. Так, Аладдин это не будет, Джина. Аладдин есть тут где? Понажимать еще. Надо будет на предыдущую карту ачивку сделать. Я понял, да, надо было из пушки бахнуть. О, снова ты. Мы нашли тебя опять. Тут два выхода. Ну тут вот эта вот штука. Ну тут может быть откуда-то еще появится, да, типа проход. Вот, вот тут вот, да, не просто же так существует. И может вот такой проход тут оказаться. Так что по-любому сюда мы шмякаем.
Вот их, да. С другой стороны, это не точно. Я бы, наверное... Они замедляют шаулиньки вообще? Вот. Да. Ну, тут как бы не сказать, что прям классно все так вот, прям вот, чтобы вот офигенно было. Но в целом... Я бы сюда сделал бы, да, вот, допустим. Ну, вот я так сейчас... Вот так вот, да, две. Они бы сюда вот тут обахали бы. Че? Тут шаулиньек бы, наверное, сделал бы, да? И че мне это бы дало? А вы, ребятки... А эти далеко не могут ходить, они максимум тут стоят. Это ни о чем. Вот так вот. Ну, в целом, хорошо. А тут мы сделаем шаулиньек, да, допустим? Ага, а тут мы сделаем... Нет, тут мы сделаем как раз таки... Да кого? Тут мы сделаем вот этих дядек. Ага. А тут мы сделаем шаулиньек. Кто-то мне там уже подсказку сказал, что шаулиньки будут хороши против летунов. Спасибо за подсказки, конечно. Это больше похоже на спойлеры. Ладно. Ну... Подсказка была, я ее прочитал, я не могу ее игнорировать. Ну, спойлеры они такие. О, здрасте. Кстати, и как раз они будут, да, вот этих девочек разносить. А они будут пытаться вот этих убить, а эти защищенные. Прям план капкан вообще. Как мышка мешается. Зачем ты мешаешься, мышка? Это можно уже выключить, пока они там дойдут, пока что вообще произойдет. Можно... Да, они их будут разносить. Вот это класс. Это все правильно сделано. А тут мы потом еще скелетика поставим. Ну, через 10 лет. Когда-нибудь-то у нас будут же деньги, да? Как? Кушка, да? Так, нет. Вэшка. Я все кнопки забыл. 1-2, да? Ага, 1-2, все. Так, ты, короче, иди вот тут стой, в первую очередь. Угу. Так, вот тут-то сделаем и бахнем. Вот это, в первую очередь, прокачаем, чтобы летунов. Тут они, за туда герой там потащит. Так, вот это тоже, в первую очередь, будем качать. Ты реально решил потанчить? Ага, вот этих вот, в первую очередь, будем качать. Те вообще стоят им насрать. Так, давай сразу, пак. Сюда. Ой, ты там не умирай только. Да не умирай, говорю, дебила ты кусок, блин. Да, качаем этих сразу, хотя бы кто-то будет держать. Ты кто такой? Кочевник, последователь Миража. Миража? Кто любит? Это, короче, эти фанаты группы Мираж. Обученные стилю боя. Что, какой не стиль боя у Мираж? Пацаны там прыгали, песни пели. Микрофон. Типа с микрофоном, вот это вот танцы. Это танцы из 90-х, хотя они не такие искусные, как их лидер. Они действительно опасны. Прыжок тени. Дайте скилл. О, да дайте скилл, говорю. Да дайте скилл уже. Так, да, раскачаю их в первую очередь. Во. Они хотят потанчить смогут. Вот это сейчас надо качать, наверное. Потому что, ну да, видите, да, они пока уже пришли, уже как бы. Ты-то там качайся давай, кстати. Во. Я думаю, вот сюда нужно было делать. Ну, короче, да, я по-другому бы сейчас бы сделал. Эти орки бесполезны пока. Но они потом пригодятся. Давай уже. Денег-то, блин. О, о, летуны будут. Денег нет все равно, блин. Где? А, надо попросить. Это сказали, что еще этих бафнули. Как их? Второй, короче, второй вариант скилла про мальчиков. Там, короче, большой мальчик, который в ревенже не был крутым. Денег-то не дашь, да? Не хочешь? Жалко, да? Жадина, понятно. Вот эти летуны, да, будут типа бесить, говорили. Ага. Да, пожалуй, бесят.
Ты стой тогда хоть. Так, вы чё вообще? Ну не, это пока не нужно. Монахов нужно увеличивать. А это большой дядя, который... Ну, мы пока тоже деньги на него тратить не будем. Так, убили, да? Вот это лучше, да, проапаем? Ну, ты кто такой? Волшебный ковер. После... Чего после лет медитации они узнали секреты магии ковра, который теперь используют для защиты пустыни. Урон по области, нихера себе. Хера они жрут. Нормасик. Оп, оп, оп. Я прям вспомнил. Ай, скелетики, ай, вернулись. Они еще подстанивают же, точно. Давай быстрее. Так, вот эту в первую очередь качать, да? Хотя, какая разница? Да, блин, денег вообще нет. Ну вот просто абсолютно нету. Вот от слова совсем нету денег. В лягушку превратил. А чё летуна в лягушку не превратил, кстати? Да-да, бахни, короче, достало. Вот честно. Так. Вот так вот, да, сделаем, короче. Ага. Не-не-не. Ага, ага. Во-во-во. Натуре полетел такой. Я, говорит, полечу, ты не против? Ну я-то против, как бы. Ну кто бы ты меня спросил, да? Хм. Ну в целом похеру вообще. О, держал. Так, вот это буду апать первую. Ну, короче, бахнем сюда. Я пропустил, да, наверное, целое это было. О. Это тоже апну сразу же. Нормас, нормас. О, они пока дошли, они уже почти умерли. Буду я делать скелетов. Но они будут, типа, ходить. Не, не буду пока. Дорого. Я бы лучше этих бы раскачал. Ну нет, скачаю сначала одну артележку. Хоть как-то будет интересно. Так, у вас бы тоже? Ну, у вас пока мало. Да давай уже, иди. О! Уже устал. Сколько у них? 10 косарей хпшек, ничего себе. Что ты сделала? А, они типа из-за деревшка пошли? И чё? Пошли, пошли. Так, ну у тебя раньше... Ну вот сюда надо было лучше. Ну хотя орков... Ну да, ладно. Ну короче, да, ни о чем вообще. Вот эти две, они ни о чем стоят, честно скажу. Вот прям вот абсолютно ни о чем. Вот когда знаете, ни о чем в квадрате, это вот эти две. Даже тут она была бы лучше, вот за место этой башни. Чем вон там их. Ну, ладно. Так, давай, не боюсь вообще насрать. Не страшно. Вот этих просто захерачу скиллом. Я надо было сначала, конечно, скилл. О! Джинни! Ты кто там? Джинни! Джин! Связанные древними магическими пактами веков на... Пактами веков назад? Ну хорошо, эти старинные мистические существа должны защищать пустыни, не причиняя вреда людям. Мы вообще-то люди. Ну, орки мы, да. Допустим, демоны мы точно. Ну да, что-то скелеты, ну да. Монахи, это же люди. Так что есть люди, их не трогай. Однако для того, чтобы быть замечательными защитниками, им не нужно быть смертоносными. Превращают вражеские юниты в башни. Вражеские юниты в башни? Что? И как долго? Пока они умрят, что ли? Нихера себе. А, да-да, на какое-то время. Понятненько. Угу. Ну хорошо. Неожиданно. Охереть просто. Есть же там... Ой, вы тебя успели добануть. Блин.
Нихера себе. А этот умер у меня, что ли? Ты где? Понятненько. Ну да, понятно было дело, что... Да иди нахер, да на пограни, болтаешь ты много. Джин вышел и... И все, короче, и все закончилось на этом. Да, тут вот это должно быть. Тут-то... Где орки? Орки? Орки. Они что, все заметили, в одну летают. Ага. Воп! Тема вообще. Ага. Будем мы тут делать? Да не, нахер они тут вообще не нужны были, если честно. Мы лучше вот так вот, да, сделаем? Тут труда. И вот так вот. Так, сразу качать? Нет. Да. Да. И вот эту сразу начнем качать, да. И тут-то будут вначале... Во... Дай, давай! Вот. Блин, забыл поменять. Ну ладно, они все равно тут лучше зовут, потому что тут много летунов. Тут тоже надо будет это сделать потом. От летунов. Ну, меня раскатал Джин чисто. Я не понял, куда вообще герой делся. Да, и нужно больше их сразу покупать будет, потому что... Вот это мое почтение. Просто, да? Блин, я еще мог прокачать же. А, давай. Да давай быстрее. Так, вы далеко... О, они хер как далеко бьют. Сразу качаю, короче. Чтобы их больше было. Вот так вот, да, прожимаем, конечно, но... Денег опять нихера, да, не дают, как всегда. Нахер, говорит, те деньги. Да давай пятерочку уже. Кстати, да, побольше денег будет. О, деньги пошли еще. Дополнительный, доп бабки. Сразу же можно, давай. Вообще обязательно деньги качать. Почему я в прошлый раз не взял, тут все завязано на деньгах. Да не ори ты там. Орет что-то. Орет вообще. Я тоже орать умею. О, деньжата, да? О. Монаха потом вот сюда еще поставлю. Сколько стоит? Ну да, стоит, короче. Стоит своих денег, я уверен в этом. Сейчас вот этого надо раскачать. Кто бы дал, конечно, денег, чтобы я раскачал это. О, вообще отлично. Так, ты тогда поближе иди, потому что, чтобы там убивать. О, чтобы деньжат, деньги деньгам, ну. Как же долго, а? О, сейчас пойду, 270. Соколы, короче. Соколы идут к нам. Да давай быстрее, во. Угу. Много, да. Еще бы, да, денег, сейчас бы. Вообще классно было бы, я думаю. Этих сразу убьем нахер. Чтобы на них не тратили. Ага, и денег с них до получим еще. Размазано. 350 денег. Кто-нибудь там мне даст уже? Этих тоже убьем, чтобы денег еще получить. Дай денег, а? Ну, блин, ну, давай. Сейчас полетят тут ковры, да? Самолеты. Короче, вообще не спешит. Никто никогда никуда не спешит. 350. Так, вас мы тоже сразу убьем нахер. О! Наконец-то, блин. Докачал. Ну, птицы, они какие-то такие, да? Угу.
Да, жесткие птицы так. Ну не птицы, а вот эти летуны. Летунов много тут. А тебя убили, нихера себе. Вот это поворот. Вот это вообще жесткий поворот. Ты выйдешь, блин? Овощ. Да блин. Угу. Жестко, жестко, жестко пока. Давай, давай, да, бахни, ага, молодец. Угу. Так, ты далеко, ну, вот тут-то, да, нормально будет стоять. А этих сверху поставим. Тоже уже по одномушке, да, возьмем. Во. Полегче стало чуть-чуть. Давай быстрее. Так, денег. Ага, и вот тут-то надо тоже сразу же делать, чтобы птичек добивало. Угу. Сейчас Джина, да, выйдет? Джинни. А, это под, в трубку. Под уделов свою. Любит в дудки дуть. Да? Люблю, говорит, дудки подуть. Подуй. Так, вот это мы раскачаем тоже сразу. Ага. О, полегче чуть-чуть пока. Ну, сейчас Джинни, правда, выйдет. А давай еще денег. Что за птицы вообще не дают? Не понимаю. Ага, дают. Так вот сделаем, да? И нажмем. А. Ну нормально, нормально. Давай, выходи. Тут 212 стоит. Ну да, такой превратил, говорит, смотри, говорит, как умею. А может что-то нажимать быстро надо? Не, ничего, или просто это на время. Стан башни на время. Сейчас они, короче, соединятся. А вы чё? А, стреляю. Да, во-во-во, правильно, короче. Да, вот так вот и должно было все быть. Все, убили одного. Ну, вот они будут отсюда выходить, эти джинчики. Я понял. Так, денег нет, да, на тебя? Нету, да. Это рано пока качать. Главное, вот это надо качать будет, да. Угу. Какая восьмая волна? Жестко, жестко. Прям, да, я понял. Угу. Оценил, так сказать. Ага, смотрите, да, какие миленькие козлики. Давай, давай, бахай, ты чё там? Но. Нихера себе! Вот это да! Вот это мое почтение вообще. Ага. Джинни, да? Мое почтение, блин. Вы, они вернутся? Ага, возвращаются. Окей. Хорош, Джинни. Так, ваншотик надо взять. Может, его хоть ваншотнуть можно будет. Вдруг повезет, да, одного заваншотим Джина и скажем, ух, отлично. Так, вы, вот это 212 надо обязательно сейчас. Побыстрее. Вот так вот, да? Бах. Зачем сейчас я бахаю, не знаю. Что хочу быстрее 212 взять, вот это, ага. О, он же мощный, да? О, он вообще мощный. Он прям сила, мощь. Так, давай сразу, не страшно пока. Да, вот сюда запустим, этих купим. Тут надо вот эту вот, это что такое? А, надо, ну да, 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 скелетов уже надо делать, чтобы еще некоторых стопили. О, ваншот еще прилетел, блин. На Джину ваншот-то прописывать. Угу. А, нормасики. Тут вот бахнем, короче. Зачем, не знаю. Сейчас я бахаю.
Чем их меньше будет, тем лучше. Так. Второго делаем сразу. Угу. Вообще молодцы, да? Вот молодцы, ребята, просто вот. Делают то, что должны делать. Этого бы купить еще, да, вот сюда поставить. Пусть тут тоже кидается. Кого убил, кстати? Ха-ха-ха-ха, деньжат-то сколько сразу прилетело. Ага. Тут вот этих тоже надо сделать, чтобы ходили. А потом вот этих раскачаем. Ха-ха. Да-да-да-да-да. Это что такое? Каждый час повышает очередь, пушешь. Замедляются на 50%. Ну, замедло — это хорошо. Это лучше, чем не замедло, да ведь? Я не буду нажимать... Да-да, нажму, в любом случае не откатилась бы, не успела. Ладно. Угу. О! Здрасте. Типа свалила, что ли? А чё? Так. Весело. А, вы отсюда решили выйти? Понятненько. И хера как ты далеко шлепкаешь. Тогда вы сюда идете, товарищи. Если что. А, вот, я же говорю, они тут будут пробегать. Так и знал, но... Ни хера не бегут и бегут, бегут и бегут. Надо орков качать. Посильнее делать. Ага. Ну сами-то, ну а, орков вам так просто не убить. Мы сейчас еще им, короче, капитана сделаем. Не, я им хилку сделаю. Угу. Так, ты что? Ты, короче... Угу. Так, возьмем и вот сюда вот это захерачим. Да? Не того кушаешь, если что. Ага. Я прокачал. Так. А, и капитанов сделаем. Угу. Тут что? И капитана сделаем, да. Призвать 50 капитанов орков. Я сделал такую ачивку наконец-то. Кстати, хотел еще глянуть этих. Говорят, ворон апнули. Представляете, ворон апнули. Звучит реально как мем. Апнутые вороны. Быть такого не может, на мой взгляд. Ха-ха, нихера скелеты там танчили это все. Там еще и ты, да, наверное, да, свои какулек, короче, отправлял. Это типа все. И что они смогут после вот... Тут просто сейчас будет 12-я волна. Ну, в принципе, сейчас выйдет 3 джина, и я скажу: а, понял. Все понятно, что вы можете. Вы можете многое, по факту. Вот это мы сделаем тоже, не будем бояться, что. Ага. Вот тут окупим, кстати. Ага. Ни хера себе. Прошел же, да, смотри-кась. Ну как бы да, но все равно прошел. Ну литыны жесткие, так и остались. Всегда были жесткими в этой игре, так и остались жесткими. Ничего не поменялось. Че там, опять дудку, да, подуло свою? Так, вот этот сюда иди тогда. Тоже купим. А этот докачиваем. Угу. Ну да, да, да. Там, короче, воу. А вы откуда пришли? Что-то я не понял. Так, ну, денег нет пока, не будем качать. Но урон будем, конечно, апнуть. Ну, вот тут она сначала апнуть вот этих вот. Куда пойдет босс? Она будет же, да, последней волной по-любому? Ну, логично же, нахер она все это время приходила. Или она будет просто последним боссом в последней катке? А сейчас она чисто существует, чтобы существовать. Показывает свою значимость, так сказать. Там, не, не пройдут, уже видно, да, что. Сейчас еще и мапнем, да, 80% к урону будет.
Но птицы вообще не пролетают. Тут жопа, только джины. Сейчас же выйдет пару джинов, и я скажу: ага, да-да-да, знаю, я знаком с вами. Вы жесткие ребята. Вот этих апнем, да, потому что тут надо быть апнутым. Че? А, верблюд валяется, дохлый. Не, не буду брать. Я лучше вот этих, да, докачаю. Угу. Просто откуда пойдет босс, знать бы. Будет ли он вообще, вот самое это, интересное в этом всем. Нужно ли вот тут качать что-то? Например, шаулинек, да? Они подстанивают. Вот тут-то надо шаулинек качать будет, ага, я понял. Что тут и этих будет затрагивать, угу. О-о-о. Сейчас, кстати, подгонят, и мы, короче, ульту сюда. Это не ульта, кстати, призывает. Нихера я ачивки за ачивками делаю. Ага. Так. Нет, это пока оставим, мы лучше сделаем, да, шаулинек. Угу. Чтобы они сразу же вот этих вот дедов, короче, начали пинать. Что деды вообще? А, у дедов магическая защита. Хе-хе. А у этих физическая, понятненько. Поэтому они долго убиваются, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ого-го-го. Он только пришел, уже почти умер, ну. Угу. Это что? А, 14, сейчас будет 15. И чё? Мне просто интересно. А, вот, Мираж, да, так и знал. Ты не первый высокомерный маг, с которым мне приходилось встречаться, наверное, она сказала. Просто я не видел, что она там написала. Ага, эти будут все еще идти, значит, мы... Будем здесь делать, ага. Че, ну мы бахнем, короче. Ну кусок от нее оторвали, это главное, да? Джины есть? Джинов нет. Пока что. Надо вот это взять еще будет. Ну этих быстро сейчас разнесу, да ведь? Ага. Ну она такая, типа, идет вообще. Не идет, я бы даже сказал, а канает. А ну со всех дырок сейчас будут лезть, как всегда, да-да-да. Оп, нихера ты кого скушал и где? Ну что-то мы мало ей сняли пока что. Ну это, ой, денег зарабатываем, ну. Так, это мы... Ну ладно, оставим, пока не будем продавать. Я не вижу сюда героя вести, он такой медленный. Это будет очень долго и неэффективно нихера. Сколько? Ну, вообще мало сняли. Ну, сейчас как бы самое месиво начинается, конечно. Ага. Так. Угу. Джин все еще жив, ничего себе. Так. Джина надо обязательно убить. Это прям необходимость номер один, потому что он сейчас напревращает там всякую дичь. Вот, вот как сейчас. Мне тут, да, типа, есть кто-то. Так, иди. Блин, Джин идет. Это плохо. Так, сколько тебе? Половину снесли. Это, блин, денег нет. Ну вы держитесь, да? Вообще денег есть, но некуда их вообще, это, незачем просто. Ну давайте тут сделаем, да? Чтобы стопили. Где она?
Ага, вижу ее, вижу, вижу. Все, Джина убили. Джина, кстати, ваншотнули, да, походу? Она... Оп! Дошла, да? Ой-ой-ой-ой-ой, девочка, что с тобой? Ты умираешь. Мираж, ну как так-то? Ну как так-то? Была бы ты под моим руководством, ты бы, конечно, бы затащила. А так, ну конечно, но... Вообще-то тут генерал управлял. А кто управлял вами, хер знает. Ты-то точно не генерал. Она просто мираж. Она просто песни поет. Ух, победа. Да, так башенки тоже хорошие выпали, на самом деле. Зарандомились. 5 каток, да? Ну сразу, ну давай тебя проапаем. Буду ли я им все проходить катки? Не знаю, где-нибудь информацию найду, как изменили героев, может, другими поиграю. Тоже по рандомлю что-нибудь может быть. Ну, потому что скучно будет 5 каток проходить им. Но пока играю. Он вообще скучный герой на самом деле. Он, ну как это, он сам как башня. Им двигаться, ну это башня, которая очень-очень медленно может переставляться в другие места. Все, вот реально. Двигаться им не имеет смысла. Он такой медленный, что это жесть. Как вот, да, например, в Изнана есть ваншот, да? То есть ты как бы Изнана можешь, это, ну вот, в предыдущей, да, в оригинале было, да? Да, да, да. Ты мог его как бы подлететь к мопцу большому, заваншотить и улететь. И типа он такой маг такой, есть такой хороший. А этот что? То есть у него есть ваншот, но ты не можешь его использовать на сильных мобов, потому что ну, ты не... пока ты до какого-то сильного моба дойдешь, ты либо умрешь, либо используешь эту лягушку 100%, как бы. Ну такой бред, если честно. Не понравился. Герой не очень нравится. Сильный, возможно. Незаметно в этой толпе, там слишком много урона. Чтобы увидеть. Ульта хорошая, ульта вот нормасики. Но... Ладно, так, давайте проходить испыташки. Давайте сначала железное испытание пройдем. Ага. Намекают, короче. Что будет много летунов. А, даже так. Find your center. Train your mind. Expand your senses. Control your body. Expand your senses. Spin me around! What goes around comes around! Вот отсюда эти... А, тут... Ну, тут же, да, типа... Да-да-да. И джинны будут, и кочевники. И все будет только по одной идти. Ага, понял. А у вас есть большие, да? А, то есть мопцы будут, которые смогут потанчить. Все, понял. Отсюда тоже. Только через одну по одной дорожке будут идти. Угу. 800 у меня осталось. Угу. Давайте вот это возьмем. Поехали, посмотрим, как вот так вот получится. Так, сразу мальчиков. А! Ну, типа, они из всех дырок тоже будут бежать, походу, да? Потому что отсюда, значит, они тоже будут бежать. Чуть не понял я. Походу, да. Тогда она тут тоже будет делать заранее. Ну, а непонятно пока. Ну, скорее всего, будут, да. Угу. Ну, просто из-за деревьев, да, типа выбегают. Утки, блин, или кто это? Барашек, говорит, я барашек. Ты овца. Позволил себя превратить. И чё? А, вон бегут. Ну да, я так и понял, но... Угу. Понятно, что тут скажешь,
train your mind. Uh-huh. Expand your senses. Train brothers. Да, да, да. Finally here. Ну тут... Ага, и денег они обязательно должны давать. Нет, тут лучше бы тоже вот так вот. А вот тут уже вот так вот. Угу. И тут вот так вот. Угу. А тут вот так вот. Поехали. Угу. Ю-а-ю-а-ю. Начало долгое, блин. Давай сразу с половины начинать. А тут летуны будут? А не было летунов, надо было других взять, кстати. Ну ладно, неважно. Хотя попробовать просто их. Все забываю. Когда-нибудь вспомню, непременно. Угу. Так. Этих надо сразу качнуть. Или вот этих лучше? Да, вот этих, наверное, лучше все-таки будет качнуть. Потому что когда они тут побегут, будет вообще жопа. Угу. Так дайте денег-то. Зачем я купил-то вот эту штуку? Чтобы денег больше же было. План-то такой был вообще. Ты же будешь, да, его бить? А, нет, они не бьют их. Ага. Рано тот буду качать. Ты не умирай! Жестко, конечно, жестко. Ты отхилишься? Когда-нибудь, говорит. Давай, иди сюда тогда. Давай уже скилл мне, можно? А, уже не нужно. Да, блин! Ага, одного за лягушку. Тут-то я бахну. Так, ну там бахнет сейчас по нему. Нет, да? Ага. Блин! Понятно. Понятно. Угу. Пока... Да ты нужен сразу же, в принципе. Хоть больших потанчишь. Хотя... Блин, не, не нужен ни хера ты. 330, да? Ага. Пока не нужен. Посмотрим, что. Угу. Может такого взять? Ага. He is finally here. Просто он будет тут стоять, но... Control your body. Find your center. What goes around, goes around. Этот буду качать. Попробуем вот так вот. Нафин. Маффин говорит, сейчас бы, говорит, маффина отожрать. Классно было бы. Конечно, блин, столько дохлым валялся. Или ты спал? Что с тобой было, кстати? Почему тебя не было? Что с тобой было? Почему тебя не было? Да, блин, нашел кого в лягушку. Вот, да, туда бы телепортнуться, его бы лигошутнуть, да? Винзаном каким-нибудь, или там, не знаю, кем, блин. Но у него просто бесполезная ачивка, это ачивка, блин, обилка. Которая какого-то, ну, говномопца, как бы. Вообще ни о чем.
Кстати, да, надо вот сюда такого поставить, чтобы это, типа, он его сейчас такой, опа, да, такой, скиллуху на него заюзал свою. И в КД ее поставил. Говорит, зачем? Непонятно. Во, началось, блин. Вы же бьете их, да? Ага, сверху не хватило урона. Блин, да и достали уже. Find your center. Expand your senses. Да давай. Trained brothers. Brothers. Угу, brothers, brothers. Train your mind. Expand your senses. Control your body. Find your center. Expand your senses. Угу. Вот так вот сделаем, да. Просто тут и тут купим потом по мужичку. Ага, ага. Давай быстрее. Тут как бы нет смысла качать этот скилл, потому что их мало на самом деле пока что. Может потом и будет смысл. Он опять в лягушку превратил. Кого? Кого? Вон, смотри, ходит. Не можешь наколдовать нормально, блин. Чтобы он... Кстати, я могу там стоять, по идее, да, по логике. И когда он будет выходить, первого же в лягушку превратить, если что. Ну, чисто теоретически, да. В общем, да, наверное, даже и практически это можно будет сделать. Так вот сделаем, да. Ну, конечно, ты превратишь, блин. Кого ты еще-то превратишь? Да они в мили-то не дерись с ними. Да уже, выходите. Блин, уже пошли. А эти вообще не достают, получается. Но они не бьют никого. Блин, да тупая катка. Не нравится мне. Получается, бумеранги тут надо делать. Они просто сюда прибегают, и вот отсюда ночное движение. То есть, если сюда поставлю, то никакой не имеет смысла от этого мальчика. Да, да, да. Опять начало долгое будет сейчас. Ну тут я опять проморгал. Проморгал на самом деле, но лучше скиллы оставить все же. Похер, это как будет, да, постепенно двигаться. Так его убьют в итоге. Кто-то купил лягушку, видели? О, говорит, беру, моя. Пригодится. Так. Угу. Если бы я тут скиллы там использовал, то как бы лучше было бы. Нам просто сейчас скиллы использовать. В тот момент он как бы это откатится как раз таки. Ага. А, лягушатина, говорит, надо. А тебя убили, что ли? Вот ты овощ, конечно.
А, ну понятно, короче. Если бы этот чувак бы не овощил, да? Все равно проходит, но тут их надо танчить, как бы. Train your mind. Expand your senses. Train brothers. I am the bringer of death. Control your body. Find your center. Train your mind. Control your body. Find your center. Train your mind. Идея такая, короче. Ты будешь вон там стоять. Или его за ним следить, ну увидел ты. Ну хотя им двигаешь, когда двигаешься же, типа. Они подстанивать их будут всячески. Эти вообще будут медленно идти. Ага. О! Он превратил и превратил, как бы. Ни горячо, ни жарко, как говорится. А холодно, прохладно. Куда? Ага, все правильно едешь. А, просто стоит, да? Вообще с места не двигается. По миллиметрику в секунду, блин. Реально, да? Сейчас побегу, да? Угу. Да не танкуй. Угу. Ну типа справились как-никак. Что-то смогли, что-то сумели. Денег, как всегда, не дали, да? Достаточное количество, чтобы на что-то рассчитывать. Нихера себе. Ну ладно, а ну тут-то как бы они это, да, покоцаны. Мне бы, от, чтобы откатить... Нихера вы быстрый, у меня не успеет откатиться. А, вы типа не можете стрелять, да, назад? Он чисто, он вас бьет. А и там сверху пробежали, убили, да, его. Ну я понял, как это нужно проходить. Да, я, до меня дошло только что. Control your body. Expand your senses. Ага. Да, 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 да. Find your center. Train your mind. Control your body. Find your center. Так, вот это прокачано, это нет. Просто что взять тут такое? Ну это да, это сильная вещь, но он редко ее использует. Может, это как часто. Оглушать цель мне сейчас не надо. Вот этот будет справляться с оглушением. Он будет тут стоять, короче. Поехали. Я думаю, просто штуки скиллы им взять. Ну давайте вот это лучше, да, вкачаем в первую очередь, до конца. На шаулиньках будем выезжать, пробовать. Вот это да, это посложнее катка. Сказать, что прям вообще-вообще сложно, просто посложнее. На, колдун, блин. Поддержим его еще. Так вот, да. Тут
Та не смотри, тут уже урон начинается настоящий. Сам делишный урон. О. Кстати, не проверил, да, чтобы Джина, короче, попробовать первого. Не забыть бы, если вкатаю. Но мне кажется, уже все, я уже разгадал. Ага. Тогда, кажется, крестится, блин. Не, ну прикалывайтесь, реально. Вот там все прокачано у вас, вы дебилы, короче. Бесите меня. Так, ты сразу. Иди сюда. Просто я думаю, что тоже, да, такой сделать. Да он, блин, не достает до вот этих вот говножучиков. Control your body. Expand your senses. This is a boomerang. What goes around comes around. Find your center. Ага. Your mind. Ой, денег нет, ничего себе. А я даже мужиков не купил, хотел купить. Это бред какой-то. Давай, сможешь? А, не смог. Control your body. А, надо бы этих поменять, подошли бы лучше бы к 100. Просто второго ждем еще сразу же. Ага. Денег нет, да, на вот этого? Ну, конечно, нету. Да, ну херня какая-то опять же. Ага, теперь сюда беги. Беги, блин. Да, херня вообще опять. Ну я понял, да. Угу. Так, ты опять идешь туда. Ты все сделал красиво вообще. Прям вот тут-то вот стой. Нет, вот тут-то вот стой. Так, ладно. Find your center. Train your mind. Control your body. Все же, вот это вот сделаем. Блядь, нам лучше заходило. Ну блин, там же можно мальчика сделать. Он хоть что-то сделает. Одного-то потанчит. Не, да. Expand your senses. Train your mind. Expand your senses. He is finally here. А ты тут нормально будешь стоять. Ага. Ча. Control your body. Find your center. Train your mind. Блин. Ну давай так попробуем. Бесите. Вообще, да? Бесят. Согласитесь. Че они пытаются меня выиграть? Кира вас не получится. Возможно, тут нет смысла было делать вот этого. Она тоже была такую сделать. О, здравствуй, Джин. Проблема в том, что обратно вернуться им очень сложно. Это проблема.
с которой надо бы что-то делать, конечно. Ну, как бы... Нормасики, да. Давай. А. О! И все, иди сюда. Когда-нибудь ты дойдешь, я точно знаю. Уверен в этом. Нету денег. Дошел, говорит. Будет третий интересный джин. Так, вот вам подмогу. Так, этого докачиваем. Давай, быстрее. Не, просто там пошли. Нормально, что ушел, правильно все сделал. Да блин, качайтесь уже, а? Вот денег, вот тут денег нет. Одна проблема этой всей темы, денег вообще нету. Пока держится, да? Ага. 270, говорит. Хера, говорит, 270, где столько взять? Надо бахать. А ты пока отходи, не умирай. Двое. Мы дойдем. Это что, последнее, что ли, получается? Ну да, 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 да. Выучить просто волну и все. И так вот она проходит. Но это уже что-то как бы. Ну не сказать, что прям сложно. В рамках испытания и башенок. Просто тебе дают две башни, да. Ты вот просто отгадай, куда их поставить. Все. Как правильно их раскидать. Да? Или сейчас 400 джинов выйдут. Вовря, ты че? Да. Собственно, так и есть. Так, подожди, куда? А, дальше. Кнопку дожать. В целом нужно заканчивать. Но я попробую. Может, победю? Это я хотел сделать. Я быстро. Махом. Да, мы знаем все эти движухи ваши. А, надо запускать, что ли? Ну, давай. А ты сразу недоступна, типа? Блин, одна катку катать? Ты прикалываешься, что ли? Ну, давай, типа, мы убьем, да, первую? Может, на второй волне можно будет это сделать? Ну, да, что ты прикалываешь? Ну, ты реально, да, шутки-то все равно шутить решила? Это несправедливо с твоей стороны. Ну давай хоть что-нибудь построим тогда. Все еще не могу. Мне 200 денег потратить и ачивку сделать. Может все? О, наконец-то, блин. Бип-бип. Спасибо. Спасибо. Ну давайте попробуем. 6 элитных волн, всего одна жизнь. Вау. Целых 6. Целых элитных, целых волн. Верблюдник. Лучник. Ну да, это все те же самые. Да я тут даже не вижу другой тактики, если честно. У меня тактика тут идеальная была. Ну давайте попробуем еще раз ее реализовать. Орки. Мы, говорит, не орки так-то. Может быть, и лучше даже вас. Хотя орки дешевле стоят. Да, не, орки, все же орки. Ну ладно, для разнообразия, да, чисто сделаем вот этих вот. А, денег нет вначале, понятненько. О, джин сразу, все понято. В чем косичина-то? Угу. Давай, ну, в лягушку. Воу. Вот ты был, и вот тебя не стало, но. Что ты первый там, что ты не первый.
Не первый, тот второй. Давай сразу. Ой, сейчас летуны еще будут, ничего себе. Надо было другую башенку делать, я понял. Угу. Find your center. Ну, на летунов мы типа потратим скиллы. А, ничего, это эти летуны, нихера себе. Вот так вот сделаем, да? Давай быстрее. Такового. О. О, лягушатник, ну. Макаронник в лягушатник. Денег, как всегда, нет. Давай. Тут бояться-то, блин. Либо они, либо я. Третьего не дано. О, эти полетели. Ковражопники. 432 у них хпшки. Тоже буду на них скилл сливать. Ибо нех тут летать, как говорится. А вас всего столько, да? А. Ну вы почти удивили. Жалко, что нет. А уж третья волна зря я взял, брал, кстати. Меня не окупится, мне кажется. Блин, нихера себе они прошли в итоге. Но мне похер, его сейчас это убьет. Ну, обидно, конечно, чуть-чуть. А, обидно. Ладно. Захерачим вот эту штуку тут. О, Джинни. Да ты куда-нибудь уже приди. Да не, сразу проще убить их. Ты давай, лягушку. Я верю в тебя. Ну. О! Не зря, говорит, в меня веришь-то. Не зря. Понятное дело, что не зря. Но он такой, да, то есть как бы. Да, он может. Но если повезет. Если у него в баткате. А так он любого может отдать и насрать ему вообще. Я в этом уверен. Начхал я, говорит, на все вот это вот ваше желание кого-то там определенного. Я вот хочу птичку, например, превратить в лягушку. Проснулся я, говорит, сегодня с утра и понял. Эти птички должны стать лягушками. Вот кого он в лягушку сейчас превратил? А сейчас идет Джим. Мать его за ногу. Может откатиться, да? Поддержим этих как-то, да? Че, давай! Этих мы убьем, короче, а ты Джина превратишь. Ну, на, ладно. Ну, окей. Не стал превращать, ну и хер с ним, да? Денег нет. А ты убил? А, нет, я вон он. Угу. Кебабсов тебе там. А эти же все любители кебабов, которые так их и не отведали. Надеюсь, когда-нибудь им повезет, и они похавают своих кебабов. Как-то я не вам, не нам, как говорится. Ни рыба, ни мясо просто. Ага. Это все равно заюзаю. Проще от них избавиться. И денег подзаработать, и качать его. А вот и там превратил труп, что ли? Тоже любитель, да, трупы убивать? Все мы, говорит, любители трупы убивать. Самое, говорит, простое — взять и убить труп. Со всеми остальными нужно париться. А тут взял и убил. Ту-ту-ру. Сейчас они соберутся, да? И я туда ски... Вашник отдам, хотел сказать. Да, воа. Ну все, последняя волна пошла, как бы.
Так, отойди пока. Может, тут джин будет, и ты типа его залюгушатничаешь. Ну, ладно, я понял тебя. Джинов, говорит, лягушатничать. Че я, говорит, вам, кто вообще такой-то? Вы меня переоцениваете. Переоцениваем 100%. Ну ты себя недооцениваешь. Ты бы мог придержать скив и джина бы за это законтролить. Хотя, судя по всему, его и не будет. Угу. А, нет, будет. А у тебя, кстати, сейчас откатится. Круто. Да, давай, тут стой. Этих мы поддержим тут. Этих тоже пока поддержим. Опа! В итоге всех получается джинов, да, в лягушку? Еще один, нихера себе. Ты куда посрал-то, там не было никого. Вот тебе за это получай, как говорится. Походу это последняя, да? Потрачено, как говорится. А они попробовали, у них не получилось. Пятерочку им за старание, кстати. А че кто так быстро убивает? Что-то не врубаюсь еще. Ну да, это легенькая была каточка. Мы почти что то же самое и сделали, да? Поменяли одну башенку. Ну, с башнями сегодня повезло, нарандомило хорошие башни. На самом деле, любые башни бы подошли, плюс монахи. Монахов то, что нарандомило, я аж как бы удивлен. Нет, я ничего, я не под это не подтасовывал. Даже не знал, как они работают нынче. Как и раньше работали. Разницы никакой я не увидел. Просто вот так вот, просто повезло. Просто парень везучий, да? Признайте это. Ну, герой, ну, такой. У него все вроде как бы и классно. Только он медленный, как овощ. Он даже не салатик, он реально как бы просто один... Он картошка. Расту под землей, говорит. Я картошка. Любит пускать корни, во. Ходить не любит, только корни пускать. Ну, вообще прикольно, ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!